Российские школьники взяли полный комплект наград на международной биологической олимпиаде в британском Ковентри. Наши стали лучшими среди 260 участников из 67 стран мира. Исследовали кучу различных объектов и отвечали на вопросы по генетике, по развитию растений, по морфологии, анатомии растений. И последняя была физиология развития, где было препарирование личинки. Трудно было именно справиться с волнением, справиться с тем, что там что-то не получается, и не запаниковать, а продолжить делать. Оценили успехи наших школьников и ученые МГУ. Студенты проходят на втором-третьем курсе, и для того, чтобы точно провести эту процедуру, необходим именно навык работы руками, практический навык. То, что удалось на Олимпиаде, это говорит о высоком именно практическом навыке работы с живыми объектами.